I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, you, wicked people are born. Восьмилетняя Настя Муравьева исчезла 30 июня 2021 года. Вышла на улицу, зашла на пару минут в магазин, а затем направилась в соседний дом. Там был бесплатный Wi-Fi, дети собирались, чтобы поиграть в игры на телефоне. Больше девочку никто не видел. Настю искали все жители Тюмени. Лесобазу, район, где она проживала, несколько раз прочесывали силовики и волонтеры. Спустя полтора месяца тело Насти нашли в камышах на окраине города, а еще через двое суток задержали убийцу. Детство Насти и ее семья. Анастасия родилась 3 июля 2012 года вместе с братом-близнецом Виктором. Семью, в которой уже росли две старшие дочери 9 и 6 лет, Ангелина и Татьяна, трудно назвать благополучной. Мама сдала детей в приют еще в 2016 году и более в их жизни не появлялась. Отец Настя, Сергей Муравьев, был осужден за убийство, как он сам говорит, зарезал приятеля, который во время застолья Намекнул, что хотел бы переспать с его несовершеннолетней дочкой. В судебных картотеках действительно есть данные мужчины. Он был судим по 105-й статье убийство. Судимость уже погашена. На момент исчезновения Настя отец работал грузчиком, часто проводил время с друзьями-алкоголиками, и только бабушка Татьяна Петровна присматривала за детьми. Лесобаза, район, в котором живет семья Муравьевых, считается одним из самых неблагополучных в Тюмени. Дом, где проживала 8-летняя девочка, окружен алкомаркетами на детских площадках, ругаются матом пьяные жители. Не мудрено, что малышка была совсем бесхозной, сокрушаются соседи. За три дня до дня рождения. В ночь на 30 июня 2021 года Настя Муравьева допоздна смотрела телевизор. Отец был выпивший, сестра старшеклассница уснула в полночь на балконе. Там же спал и братик Витя. В седьмом часу утра отец встал, собрался в магазин за алкоголем с ним пошла и Настя. Восьмилетняя девочка надела желтую футболку с изображением разноцветной бабочки на груди, черные шорты, на ноги нацепила блестящие босоножки. Худенькая, с голубыми глазами, один из которых косит, с русыми волосами ниже плеч, малышка выбежала из своего дома на улице Судостроителей 38. Последние кадры, на которые попала Настя, сняты в круглосуточном магазине на улице Камчатский, через дорогу от ее дома. Запись сделана 30 июня в 7.30. Девочка зашла и вышла, ничего не купив. Настя собиралась скачать новую игру на телефон, поймав бесплатный Wi-Fi в доме на улице Судостроителей 40, где жил ее будущий палач. Сигнал без пароля можно было поймать от соседей, поэтому она часто бегала в подъезд рядом стоящего дома и играла с подругами под лестницей, ведь у нее самой дома интернета не было. О том, что ребенок исчез, стало известно лишь к вечеру. Тревогу о пропаже Насти забила ее 18-летняя сестра Таня, которая обратилась в полицию и к волонтерам, Активные поиски. Поиски начались быстро. Через несколько дней камера наблюдения в магазине запечатлела Настю, правда, почему-то в другой одежде. На ней были черная футболка с белой надписью на спине и желтые шорты Бермуды на ножках, розовые сланцы. Скриншоты из камер видеонаблюдения тут же попали в руки волонтеров, которые обновили ориентировки, ссылаясь на свежие данные. Больше никакой информации о Насте не было. Даже обещанный миллион рублей от МВД и полмиллиона от правительства Тюменской области не помогли получить никакой информации о пропавшей малышке. Лишь изредка на просторах интернета всплывали различные слухи о том, что якобы кто-то видел Настю с незнакомой женщиной или о том, что девочка находится в 80 километрах от города. Но эта информация не находила подтверждения. За трое суток активных поисков Насти не было никаких существенных результатов. Отрабатывались все возможные версии, даже о том, что ее могли увезти или украсть. Спустя почти два месяца в СМИ появилась печальная новость. Найдено. Погибло. Тело в пакете. 19 августа тело восьмилетней девочки нашли всего в двух километрах от дома Насти, в районе лесобазы, в зарослях у озера. Точная причина смерти девочки не установлена из-за гнилостных изменений тела. Однако, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Настя, скорее всего, скончалась от удушения обнаружены следы изнасилования, причем сексуальное насилие началось с еще живым ребенком, а закончилось уже с мертвым. Тело школьницы в одной футболке было завернуто в несколько пакетов разного цвета и упакована в коробку из-под бытовой техники. По словам представителя МВД России Ирины Волк, выяснилось, что эту технику передали в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. Начали проверять всех сотрудников предприятия. По месту проживания одного из работников сотрудники правоохранительных органов обнаружили образцы ДНК, которые совпадали с теми, которые нашли на теле убитой Насти Муравьевой. Кроме того, был обнаружен поврежденный половик, кусок которого был недавно отрезан, рассказала Волк. Точно такой же находился рядом с телом убитой девочки. Возникшие у следователей вопросы задать было некому. Человек, который снимал квартиру, недавно съехал. Кто убийца? Все указывало на 40-летнего уроженца города Нягань Виталия Бережного. На его поиски ушло несколько дней. Известно про Бережного немного. В 1998 году окончил в родном городе школу номер 3. Одноклассники Виталия характеризовали его как спокойного юношу, которому спонтанные поступки были несвойственны. Молодой человек занимался спортом и регулярно участвовал в соревнованиях. После школы Виталий поступил на факультет физкультуры и спорта местного педагогического университета. С 2001 по 2003 год мужчина проходил срочную службу в азбесте, Переехав в город Нягонь, Виталий окончил срочную школу милиции и полтора года проработал помощником участкового. На работе о полицейском тоже были положительные отзывы. Коллеги характеризовали Виталия как корректного, делового, очень выдержанного. Он был женат, в Нягане жил с супругой Аленой, ее дочерью от первого брака и двумя общими детьми. В 2010 году семья открыла частный домашний детский сад «Маленький гном». Но в 2015 году Виталий ушел из семьи и переехал в Тюмень, где стал работать мастером на мебельной фабрике. С середины июня 2021 года Бережной стал снимать небольшую квартиру в доме общежития, как их называют местные жители пансионаты по соседству с домом Муравьевых. По данным местных СМИ, в этом самом доме живут 42 ранее судимых человека, в том числе и за убийство. Позже, при осмотре квартиры, которую снимал Бережной, хозяйка заметит отсутствующий кусок половика, совпадающий с куском ковра, который будет обнаружен в коробке с трупом Насти. В соцсетях долго обсуждали, что хозяйка сама могла отрезать кусок половика. Действительно, у ковра на полу съемной квартиры важная история. Когда хозяйка приобрела обрез и постелила его, он не вошел, край половика торчал. Перед тем, как сдать квартиру, она не успела обрезать его как надо. Когда женщина принимала квартиру у Бережного, ковер уже был частично отрезан. И тогда хозяйка подрезала его еще и сама, чтобы было ровно. Я отрезала половик после того, как бережной выехал, но важно уточнить, что этот половик уже был отрезан до этого момента. Когда я потом достала его из большой комнаты и расстелила, то он спокойно влез в коридор, а до этого он полностью здесь не помещался, и его края загибались из-за длины. И в тот момент половик этот оказался неровным, я подрезала его сантиметров, может быть, на 5, а следователь мне показывал отрезанный кусок из коробки. Он был больше, в 5-7 раз, где-то полметра, разъяснила хозяйка. По версии следствия Бережной хранил несколько дней тело ребенка в холодильнике. Хозяйка квартиры вспоминает, что следов того, что в помещении было тело девочки, она не увидела. Таким образом, из квартиры забрали ковер, холодильник, ножки стиральной машины, на них были следы крови и провод. Пока у Бережного шли обыски, у дома номер 40 собралась толпа. Люди кричали, дайте нам его на растерзание. Задержание и следственные действия. По данным следствия... 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьевой. В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, сообщили в пресс-службе СК России. Для того, чтобы провести следственный эксперимент на месте преступления, были предприняты Беспрецедентные меры безопасности. Рядом с домом, где проживал Бережной, патрулировало несколько нарядов полиции, вооруженные силовики в масках и бронежилетах. На кадрах оперативного видео запечатлено, как Бережной показывает. Вот он уложил коробку с телом девочки в большой мешок. Преступник сначала упаковал тело в 40 мусорных пакетов, перевязал металлической проволокой, а затем дополнительно обмотал все это еще несколькими рулонами пищевой пленки. Далее... Уже у озера душегуб показал, как прятал тело Насти в камышах. Пристегнутый наручниками к оперативникам, он спускается с увесистым черным пакетом. Окончание следствия и начало судебного процесса. Расследование завершили в конце января 2022 года. После этого рассмотрение дела несколько раз откладывали из-за жалоб обвиняемого на действия следователей. Тем не менее, было решено, что дело в суде будут рассматривать присяжные. Об этом просил сам Виталий Бережной, Заседания начались лишь в мае. Вердикт присяжных должны были огласить в конце июля, но этого так и не произошло. За то время, что шли судебные разбирательства, у подсудимого появилось множество сторонников, которые поддерживали версию о пытках. Произошло это во многом благодаря его сожительнице Ирине Давыдовой. В декабре 2021 года она записала видеообращение и сказала, что его под пытками заставили признаться в убийстве. В январе... Об этом журналистам заявил и сам Виталий Бережной. До этого, в конце 2021-го, семье Бережного пришлось сменить место жительства. Люди опасались расправы. По словам Ирины, ее родственникам начали писать в соцсетях незнакомые люди, заявляли, что «Виталий – маньяк, убийца и педофил». «Мы позакрывали соцсети, не единожды к нашей квартире приходили неизвестные, стучали в дверь. Я не открывала, пришлось поставить видеокамеру над входной дверью, потому что визиты неизвестных беспокоили не только меня, но и соседей. Ирина Давыдова рассказывает и о том, как вел себя Бережной после 30 июня, дня пропажи школьницы. Женщина вспоминает, что в июне 2021 года они с Виталием решили пожить отдельно, но при этом сохранили хорошие отношения. По словам Давыдовой, она общалась с ним все эти полтора месяца, пока Настю искали. В начале 2022 Бережной заявляет, что не совершал того, в чем его обвиняют. Свое признание в содеянном он объяснил давлением, в том числе физическим, оказываемым на него, а все доказательства назвал сфальсифицированными. Мужчина обратил внимание на тот факт, что при работе кинологов в его квартире ни одна из собак не учуяла трупный запах. Сам обвиняемый даже написал письмо президенту. Несколько дней оглашения вердикта по делу Бережного откладывали. 28 июня официально стало известно, что присяжные заседатели нарушили тайну совещательной комнаты. После этого рассмотрение дела приостановили, чтобы набрать новых заседателей. На этом все не закончилось. 14 сентября судья, которая рассматривала дело, взяла самоотвод. После этого уголовное дело Виталия Бережного передали в Верховный суд Российской Федерации. В итоге его решили рассматривать в Москве с абсолютно новым составом присяжных. После распуска присяжных стало известно, что защитник Виталия Бережного, адвокат Елена Шихова, покинула Россию. Она объяснила это угрозами со стороны силовиков. С этого момента защитник завела телеграм-канал и начала активно публиковать материалы дела. В общий доступ попали фото с места, где нашли убитую девочку, снимки тела, а также масса документов, в том числе и с признательными показаниями, историей браузера. Как позже пояснила Елена Шихова, таким образом – она пыталась доказать фальсификацию дела. Вердикт и приговор. Попытка снять с себя вину. Спустя практически два года с момента убийства 26 мая 2023 года Московский городской суд вынес приговор Виталию Бережному. Его признали виновным в преступлении и назначили пожизненный срок. Признать Бережного виновным – назначить ему наказание по совокупности, пожизненное в колонии особого режима. Взыскать в пользу Татьяны Муравьевой вещдоки с видео и фото и прочее хранить. Колбы с насекомыми, полиэтиленовые пакеты, части ковра, вещи девочки, ножки стиральной машины уничтожить. 2 ноября 2023 года в Москве Виталий Бережной, отбывающий пожизненно, пытался оспорить жесткий приговор, однако апелляционный суд Москвы оставил его без изменений. На данный момент его перевели в московское СИЗО номер 2, известное под названием «Бутырская тюрьма». Как сейчас живут дети Муравьевых? брат и одна из старших сестер Настя Муравьевой до сих пор находятся в социально-реабилитационном центре Барки. Осенью прошлого года их родителей Гузель и Сергея через суд лишили родительских прав. До этого на опекунство претендовала старшая дочь Муравьевых Татьяна. На тот момент ей было 18 лет. Позже девушка передумала. Специалисты центра и сама Таня говорят, что дети живут в хороших условиях, они а в безопасности. Старшая сестра признается, сейчас – она чувствует себя спокойнее, зная, что ее брат и сестра под постоянным присмотром. Социальный работник центра говорит, детям из таких семей безопаснее быть под присмотром специалистов. Полагая Настя, совершенно не подозревая о возможных последствиях, доверчиво пошла с незнакомцем. Она привыкла к окружению разных людей, которые, очевидно, нередко приходили в их семью. Мир казался ей безопасным, у нее не было понимания, что незнакомцы могут быть злодеями. Ее дом был для нее всем огромным миром. Дорогие подписчики, как вы считаете, был ли шанс у Насти спастись? Почему так много сторонников версии невиновности Виталия? И может ли быть такое, что Бережного просто оговорили, и настоящий тюменский маньяк-педофил все еще на свободе? Делитесь своим мнением в комментариях.